отключается, никто не хочет конструктивно решать наши проблемы и услышать предложения. Есть законы, вы здесь не знаете, а в области есть закон, который предусматривает компенсационный земельный участок для дольщиков. Но никаких механизмов не предусмотрено, и таких законов много. Сделаем закон, а как его реализовывать, никто не знает, и все воротятся. Говорят, что он противоречит земельному кодексу. Ну как же так возможно? Я обращаюсь ко всем вам. Продолжайте приходить сюда и высказывать свое мнение, и бороться, как я, за свои права.